Здесь очень многие ждут смертной казни. Есть два типа заключенных. Те, кто смирился с кандалами. И те, кто жаждет вернуть свободу. Основано на реальных событиях. Сколько земли надо вынести? Приблизительно тонн 50-70. И куда мы всю ее денем, Леон? Самый масштабный побег из тюрьмы в истории Чили. Вас всех будут судить за создание угрозы национальной безопасности. И как, шансы есть? Или нам готовиться к казни? Что, не думал, что кончишь вот так? Чтобы ускориться, нужно привлечь больше людей. Надо получить инструменты снаружи. Мы не можем поддерживать организацию побега из тюрьмы. Это слишком рискованно. А вдруг они узнают, что будет с нами? Действуйте по инструкции, сержант. Я не собираюсь здесь умирать. Началось. Мы ходим, я сказал! Сколько людей собирается бежать? Всего на 120. Это слишком много. Придется выбирать. Страшно, начальник. Против режима. Против диктатуры. За свою свободу. И свободу своей страны. Массовый побег. Вижу свет!